Утро начинается с этого. Вот с этого. В общем, опять это в общем. Мы опоздали, проспали. Нам надо было в 10:15 быть в костюмах уже. Внизу, да. Да, на ресепшене, но... 10:00. Но 10:10 мы только открыли глаза и побежали бегом в автобус, потому что он должен был закрываться. Ну, успели. Хоть как-то, но успели. И сейчас идем, по-моему, на сходку. Вот наступил наш долгожданный обед. Там принесли лосося с подливой какой-то, да. Посмотри, какая у меня красивая тарелка. Колбаса. Смотри, какая красивая тарелка. Вода, какая прелесть. Как обычно. Ну, там, да. Очень должно быть вкусненько. Кому подливу еще? Мне. Кто-то наставится баллы. Кто-то спит. А ты что? Володя отдыхает. Да, Володя? В общем, мы едим. Все. Да, это все. Я счастлив. Зацел. И все эти люди счастливы. Все люди счастливы. Да, мы едим. Кушаем траву. Кушаем траву. А, я уже съел. Сегодня выступили в мэрии, выступили замечательно, программа на 25 минут, было здорово. На закрытии фестиваля. На закрытии фестиваля, да. Сегодня, закрыли его, короче. Сегодня закрылся фестиваль. Завтра мы в 10 утра отъезжаем во Францию. Да. Париж. Мы сейчас не во Франции, просто мы сейчас в Бельгии. Да, 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 да. На границе. Ладно. У нас тут нонсенс. У всех пустые тарелки. Один канан долбит вовсю салатик. Жирная порция. Пожелайте Сашке удачи. Он скушал салатик. Это наше руководство наше. Кушаем дыню с киви. А под кадзилу? Где ананаса больше? Вот такую под люблю. Кадзилу? Я ананас еще. Ну, конечно. Да? То есть сегодня идем в школу. Ну, как тебе? В школу. Огонь. Зачем?